И снова доброе утро, страна. В старшие классы белорусских школ вернутся уроки труда. У наших гостей сегодняшних в студии явно были десятки по этому предмету, потому что они стали участниками 44-го мирового чемпионата рабочих специальностей World Skills. И у нас в студии Вера. Участники компетенции мехатроника Дмитрий Заброский, Дмитрий Легоньков, а также участник компетенции автомобильной технологии Алексей Щара. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какие впечатления от поездки, и расскажите Вере, что за World Skills проходил. Да. Это была поездка в Арабские Эмираты. Это очень крутая страна, там очень высокий уровень жизни. Ну, если сравнивать везде, где я был, я бывал во многих странах. Цель поездки? Участие в конкурсе World Skills. Отлично. Как это все проходило? Вот мне гораздо важнее вот сам процесс. Что вы там делали? В нашу компетенцию входила сборка и автоматизация промышленной линии. Ну, не прям, что промышленная линия, это уменьшенная копия. Часть промышленной линии. Да, то есть у нас там сортировка заготовок. В зависимости от вида заготовки туда засыпалось определенное количество крупы, она транспортировалась на другую линию и упаковывалась, и помещалась в нужный слот. Ну, вот это вот было общее задание нашего, нашей компетенции. Да. Мы должны были собрать это все и запрограммировать. Запрограммировать? Да. Ничего себе. То есть полностью сборка и программирование. Хорошо. А, Алексей, расскажите, что у вас было? Автомобильные технологии, ваша компетенция. Что там было? Очень много всего. Это совокупность операций по ремонту автомобиля. Это ремонт подвески, ремонт двигателя по механике, то есть капиталка двигателя, ремонт двигателя, электрическая часть и все электрооборудование. Да. Друзья, внимание на экран. Алексей, обращайтесь, ремонт двигателя. Я так понимаю, что угодно. Вы сейчас перечислили основные. Все, кроме кузовщины. Я понял, хорошо. Ну, нам лучше, да, зрителям не попадать в такие ситуации. Расскажите нам про эмоции вообще, то есть как все это происходило в общем? Там же было много участников, как происходило ваше общение, то есть насколько вам понравилось? Конкуренты были? Что, очень, Дим, расскажите, да. Как у вас с конкурентами там дела? Большая конкуренция, 37 команд. Угу. Это... Пытались подставить вас? Нет. А вы? Все хорошо прошло, отлично. Эксперты на высшем уровне рассказывали о проблемах, есть при проверке какой-то. Теперь. Слушайте, ну компетенции мы понимаем абсолютно разные, да? Как мы выяснили, наша страна по итогам этого года стала 16-й среди 59 стран-участниц. Как проходит оценка? Оценка проходит в два этапа. Объективное оценивание и субъективное оценивание. Ну, если смотреть на нашу специальность, у нас идет сначала правильность подключения электричества, пневматики оценивается. Потом выполняет линии необходимые задачи. То есть есть лист, критерии, и по каждому критерию смотрят вот, ну, плюсики, минусики, если что-то не сделало. Это объективная система оценивания. Субъективная как? А субъективная, смотрят, красавчики вы или нет? Ну, смотрят профессионализм выполнения работы. То есть там есть требования по монтажу, условно говоря, там электрических элементов. То есть там расстояние между стяжками, откусаны ли стяжки, убраны ли вокруг. То есть профессионализм именно выполнения работы. То есть вроде бы работа выполнена, они смотрят, как выполнена, как, да? Да? Хорошо, расскажите такой вопрос, нюанс. Наша страна заняла 16 место, там есть, скажем так, два рейтинга, да, по местам, по количеству баллов набранных и по количеству медалей. То есть чем больше отправляет страна участников, тем больше может быть заработано медалей. Мы же не максимум отправили в этом году, да? Да, мы отправили всего лишь по 27 компетенциям 29 участников. Там, получается, две компетенции есть, где два человека участвуют. То есть наша мехатроника и мобильная робототехника, парни из Бреста. Получается, вот у нас 20 компетенций, 29 участников. Мы выступили по 27 компетенциям, набрали баллы, хорошие баллы, как нам говорят. То есть нами довольны, то, что у нас достаточно высокий результат. И вот наша команда заняла 16 место из всех. Ну, это хорошо, но можно же и больше, да? То есть российские СМИ писали о том, что Россия заняла лидирующие позиции, там чуть ли не первое место, да? Но в итоге они же, если брать места, например, по медалям, да, они оказались не в топе, мягко говоря. Но... А какое место вот у наших ближайших соседей? В нашей компетенции или вообще? Вообще, по общему зачету. Не знаю. Ну, да. То есть они не в топе, да, оказались? Хорошо. А что, как вы думаете, что в нашей стране можно сделать оптимальнее, да, чтобы... Больше внимания этому уделялось, этой сфере, чтобы приезжали белорусы на World Skills и показывали, какие мы профессионалы. Популяризацию этого дела, потому что когда ты говоришь, ну вот, что Дима был на предприятии, что я, когда практику проходил, говорю, ну я участвую в World Skills, так что это такое, ну, никто об этом не знает, то есть, если чем больше людей об этом знать будет, тем больше будет конкуренции, тем более высокий уровень наша страна сможет предоставить на этом конкурсе. Многие люди, студенты, допустим, даже не слышали об этом, хотя по уровню, допустим, примерно вот как мой уровень, может быть,
быть чуть-чуть даже выше. Они могли бы тоже попасть на соревнования, но они о них просто-напросто не слышали. Про WorldSkills? Да ладно. Вот к нам приходили гости, мы рассказывали о том, что будет проходить чемпионат. Слушайте, ну я знаю, например, в России есть специальная организация, да, которая занимается продвижением этого конкурса, ищет спонсоров. Да, здесь же спонсоры еще важны в подготовке. Да. Да? Государство как-то помогало, да, включилось немного в организационный процесс, да? Но основная задача, это, наверное, кто готовит участников? Участников готовят в основном те учебные заведения, в которых они учатся. Ну, то есть, в которых они попали в это движение WorldSkills. Так. То есть, которые их подготовило к соревнованию. Mm-hmm. В основном. Слушайте, а вот если я хочу тоже поучаствовать, куда мне стоит обратиться? 22 лет. Ограничение возраста. Ну, спасибо вам, я скажу. Ира, понятно, тебе еще нужно подрасти. Я за всех телезрителей спрашиваю, на самом деле. Куда можно подавать заявки? Вообще, где узнавать всю эту информацию? То есть, как знакомиться? У педагогов своих. Ну, в основном, да. То есть, как бы... Я так понимаю, что всем учебным заведениям как бы предоставляется информация по этому поводу, но не все учебные заведения доносят информацию до своих учащихся. Слушайте, на последний у нас есть еще такой вопрос. У вас, помимо вашего турнира, были какие-то развлекательные мероприятия, вы посещали местные школы, да? Да, мы посетили. Как это все происходило? Школы. Расскажите так вкратце нам. Какие общались школы с учениками? Мы, ну, на английском языке общались с учениками, они нас хорошо встретили, угощали всякими вкусностями. Вкусностями? Чем угощали? Финиками. Конфетами, там, чайком. Подразумевается, а кем они хотят стать в большинстве своем? Они женами. У нас школа была маленьких девочек, там первый, пятый класс. Они все очень маленькие, они как бы не особо высказывали свои желания по поводу, кем их достать. Они там нам пели песни, дарили вкусности местные. Вы пели песни? Да, мы танец танцевали, пели песни. Танец? Какой танец? Ну-ка, расскажите. Нам хореограф ставил танец для всей команды. Там... По-моему, с этого... Ну, какой-то белорусский? Да, да. Или Gangnam Style какой-нибудь? Нет. И этот там... тоже. Хорошо, спасибо большое, ребят. Приходите к нам еще. Я надеюсь, что увидим вас, возможно, на следующем чемпионате, да, либо ваших коллег. Мы будем с удовольствием ждать.